Ребята, тишины, пожалуйста. Вас тоже будут слушать потом. Для начала первый отряд, название вашего отряда скажите хотя бы нам. Наше название. Паруса. Давайте еще раз нормально. Раз, два, три. Паруса. Наш девиз. Я пошутила. Без девиза пока, ребята. Все, все. Это была шутка. Не ругайся матом. В нашем чудном городке не ругайся матом, потому что только тут чудные ребята и не курят, и не пьют, просто отдыхают. Ну, считай мне шестой вопрос. Мне кто говорит? Не подслушивать, здесь законы все просто. Прости. Подслушивать не надо, если что-то интересно, лучше ты спроси. Не подглядывать, не подсматривать, ни девчонкам в палатке, не подсматривать с друзьями. Станьте нормально, вы хочу разговаривать. Дай мне сделать рупор, посчитай. Давай в рупор, потому что никто не слышит и все галдят.